Девочки, всем привет! Сегодня у меня будет маленькое видео, посвященное распаковке. Я, честно говоря, не знаю ни пирамиды, ничего не знаю, не смотрела. Несколько ароматов, которые я заказала. Нет, я, по-моему, какой-то из них пробовала, девочки. Помните, когда я вам рассказывала, как я ездила в Грузию, что я в аэропорту пробовала некоторые ароматы и вот думала, какими попользоваться. И я попользовалась Эсти и вот от Клиник. Короче, там были такие классные скидки, девочки, на Клиник, что я заказала. Я заказала и вдогонку еще дозаказала One Kiss от Франка Оливера. Мне нравятся эти ароматы. Мы, наверное, будем с вами гуглить, скорее всего, вместе про эти ароматы. Почему? Потому что я поленилась. А, девочки, раз уж такое дело, я покажу вам мою красоту, видите? Ну, ножнички я вам показывала, да? Это я покупала, на самом деле, для моего бумажного хобби. Мне просто... Нет, я их не покупала. Это был подарок. И я их оформила бусами, чтобы они висели и не терялись, потому что они такие маленькие и классные. А здесь есть еще у меня резиновый предохранитель. То есть я не порежусь ими, хотя они довольно островаты. То есть если я вдруг уколюсь, я что-нибудь себе проколю. И вот эту вот красоту вам покажу. Знаете, что это такое? Посмотрите. Сразу видно, что это старинное что-то, да? Девочки, это молитвенник. Это молитвенник. Посмотрите, какой он прекрасный. Вот кто-то взял и решил от него избавиться. Алис фю Иисус. Все ради Христа. Посмотрите, какая это красота. Так, 1892, девочки. Представляете, кто-то в 1892 году молился по этому молитвеннику. Это католический. Такая красота. Ну, короче, он немножечко разваливается, но это придает ему даже шарм. Посмотрите, какие золотые страницы на концах. О, прелесть, прелесть. Все страницы при нем, то есть он полный. Прекрасная прелесть. Ладно, девочки, теперь к ароматам. Давайте вскрывать и давайте пробовать, что за ароматы. Так, единственное, что мне нужно взять салфеточку, чтобы пробовать, что это за ароматы вместе с вами. И параллельно я, наверное, буду смотреть пирамиду. Девочки, хочу на всякий случай сказать, что я не люблю снимать на самом деле распаковки, потому что многие ароматы я, во-первых, они немножечко меняются после того, как поставить, во-вторых, я очень часто бываю разочарована первыми впечатлениями, а потом они постоят, нотки как будто все собираются, и аромат становится более интересным, более стойким. Так, One Kiss, Франк Оливер. Так. У меня есть наподобие аромат. Он оказался, но синенький, он оказался, здесь, кстати, такая матовая упаковка, такая красота, он оказался копией, то есть Франк Оливер делает вроде как не совсем закос, но интерпретацию знаменитых ароматов. Тут синенький был на, господи, скажите мне, на эскаду. Очень знаменит фруктовый аромат. У меня парадиса от Бес от него есть. У меня есть аромат
Отлярив в этой теме. Так, вот это не знаю, девочки. Я заказала, потому что бюджетно был. Но если что, племяннице подарю, ничего страшного. Пробуем. Ой, вкусная. Вкусная, немножечко пряная. Так, цветочная или фруктовая? А вот сложно сказать, в базе как будто есть кедр или что-то такое. Ну, пока очень такой немножечко. Пошла сладость. Пошла сладость у аромата. Он начал раскрываться. На кожу не пробую, девочки. Иногда на кожу вообще ароматы бывают очень страшные. У меня горячая кожа. Так, пошла фруктовость. Сладость. Фруктовая сладость, как будто то ли малина. Очень вкусно. Не знаю, не знаю, что это. Но очень вкусно. Так, сейчас, девочки, секундочку. Хочу посмотреть на фрагрантики. Это относительно новый аромат. Хотя, какой новый сегодня? 24-й год на дворе. Он 20-го года, девочки. Просто у меня ощущение, что с этой пандемией выпало несколько лет моей жизни. Правда. Вот оно как. Так, смотрю сейчас пирамиду. Простоватая пирамида, но вкусная. Смотрите, в верхах груша и мандарин. Средние ноты ландыш и жасмин. Ландыш классно маскирует здесь жасмин. Я вообще бы не угадала, что тут жасмин. Да, вначале вот как будто цветочность была, но потом я начала думать больше на фруктовость. Ягодность, ягодов вообще здесь нету. А сладость это ваниль и пралине, девочки. Короче, гурманский аромат. One Kiss. Просто здесь и ландыш, и жасмин, они не яркие, они как будто притворяются еще чем-то. Ага, смотрите. И фрагрантика. На фрагрантике многие говорят, что это на что-то похожее в духе. Сейчас. А, здесь людей очень мало. То есть этот аромат немногие знают. Тис от Victoria's Secret. У них там, я так поняла, тис. Есть разные варианты. Этот тоже тис. А этот? Это тоже тис. То есть тис есть какая-то серия ароматов Victoria's Secret. Девочки, вкусные, мне нравится. У меня такого еще нету в коллекции. Что-то вкус фруктовое, но не прям эскада. Классный аромат. И мне нравится, как он смотрится, да, на коробочках. Такой красивый. Очень красивый флакончик. Так, немножечко покайфуем. Покайфуем от флакончика. А здесь, на самом деле, если вы посмотрите, видите, здесь он, как сказать, как граненый он получается. Граненый внутрь, видите? Крышка пластмассовая. Ну, у Франка Оливера классные, на самом деле, флаконы. Да и ароматы неплохие. Так, вот такая вот красота. Девочки, давайте, наверное, скрывать дальше. С какого начнем? С классического. Вот, если не ошибаюсь, это летние водички, девочки. Так. Так. А ничего себе, я сейчас смотрю, девочки, пытаюсь все в одном сделать. Парфюм спрей. Это Eau de Parfum, да? Ага, смотри, здесь что-то уже написано. Это цитрусовый аромат. Ну, давайте посмотрим, потому что сейчас на фрагрантике тут несколько Happy. Happy Heart 2012. А Clinique Happy это очень старый аромат. И у них, то есть это целая линейка, они как эскады каждый год ароматы Happy выпускают. Есть Heart 2012 года, 2003 года.
А какой же мне смотреть просто хэппи? Скажите мне, пожалуйста. Так, ладно, давайте я просто сначала вскрою его. Не знаю, девочки, насколько будет видео. Надеюсь, вы не спешите. Понимаете же, что это не обзор, это просто так. Так, ну, я помню, что вот самолетный кондиционер, коробочка матовая, не особо раскрыл этот аромат позитивно. Может быть, он именно для жары, поэтому он такой. Очень простенький флакон. Ну, Clinique косметическая марка, да, а парфюм это получается как ничем не пахнет. А парфюм получается, что это у них просто... Так, давайте я уберу, зеркалит коробочка. Так, у Happy коробочка такая оранжевая, короче. Ой, нет, а приятная, мне нравится. И мне, девочки, он кажется мне цветочным и напоминает. Да что же он мне так напоминает? Эйвон. 100% то ли Эйвон. Так, даже... Неужели он напоминает мне что-то из линейки Пурбланка? Правда, вот что-то пурбланочное, я в нем слышу. Аромат чистоты, свежести, при этом он очень цветочный, немного пудровый, если честно. Так, смотрим, что говорит фрагрантика. Фрагрантика говорит, что он в первую очередь цитрусовый. Не чувствую цитрусы тут. Цветочные белые цветы, да, вот. В Пурбланке тоже белые цветы. Он свежий, пряный, зеленый и сладковатый. Да, он сладкий. А сам по себе оригинал. В 98-м году, девочки, аромат 2000. А может быть, что Пурбланка вот как раз на него пыталась стать похожей. Ой, у него очень знаменитый парфюмер. Смотрите, Жан-Клод... Дельвий и Родриго Флорес Ру. Это очень знаменитые в парфюмерии. Родриго Флорес Ру. Ну, зеленый чай, я точно знаю, некоторые делал. Фланкеры. Дельвий тоже что-то знаменитое делал. То есть это не просто какие-то парфюмеры. Ой, сколько тут... А сколько здесь цветов? Да еще каких вкусных! А, ну понятно, понятно, почему он мне напоминает Пурбланк. Смотрите на цветы, девочки. Ландыш, фрезия, орхидея, роза. Мимоза, лилия, магнолия. Магнолия. Магнолия, мимоза. Ландыш, вот очень знакомые. А верха. Так, это была середина. Цветочная очень. Так, середина и база даже цветочная здесь. А цитрусовый и фруктовый здесь верха. Апельсин, красный грейпфрут, индийский мандарин, бергамот, ведь аж 4 цитрусовых, яблоко и слива. Так, а с цветов давайте я все просто прочту. Ландыш, средние ноты, фрезия, орхидея, роза и базовая мимоза, лилия, магнолия, мускус, амбра. Так, что говорят фрагрантика, на что он похож, что говорят люди? Похож ли он всем на то, что мне похож? Так. Кто-нибудь упоминает что-нибудь из знакомого мне. Так. Ах, никто не вспоминает бедную Пурбланку. А может быть, что у девочки, у Пурбланки же есть, по-моему, мимозные. Есть мимозный фланкер. Ну, точно, он у меня тоже недавно появился. Ой, если сейчас найду, я сейчас его протестирую вместе с вами. Сейчас, секундочку. Так, найдись, пожалуйста. Найдись, пожалуйста. По-моему... Так, я его куда-то делала. А, нет, вот оно. Так. Sunshine Bloom. Это она или нет? Сейчас я пшикну, ну ладно. Какой попался, какая Пурбланка попалась, такая попалась. Нет, это вообще другая. Нет, это вообще не та. Ну что-то, короче,
Девочки, что-то эйвоновское, что у меня есть, очень напоминает. То есть эйвон, но он всегда, он не первый раз уже впечатляется какими-то люксовыми ароматами. Да, мы за эйвоном такое знаем. Короче, прикольный. Сейчас он мне нравится. Вот салфетки. Салфетки очень нравятся. Классный. Так, давайте. Давайте дальше. Теперь я хочу хард. Я хочу посмотреть хард. Сейчас просто хочу сразу Happy Heart. Ну, давайте 2012 года кликну. Посмотрим, что там за пирамида. И чем они отличаются. Короче, девочки, вот распаковка. Пока тьфу-тьфу-тьфу. Ни одного разочарования. Ну, вот розовенькая, да? Ой. Ага, смотрите, тут клиник белый, оранжевый, happy, а здесь все розовым сделали. Так, давайте пробовать. Так, мне нужно чисто место. Вот тут пойдет. Так. Девочки, пионовый, что ли? Цветочный? По-моему, пионовый аромат. Пионово-яблочный или пионово-грушовый. Что-то такое. О, и напоминает какую-то шампуньку из детства, из моего. Что-то невероятно. Да, боль знакомая. Так. Мы смотрим. Гиацинт? Девочки, гиацинт? Мандарин, гиацинт, светлое дерево. Да не может быть, чтобы здесь было три ноты. Здесь больше. Мне кажется, что здесь еще фиалка есть. Так. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Happy Heart. 2000. Вот это какого года у нас аромат? А, он типа похож на аромат Pretty. Pretty, pretty, pretty. Pretty я знаю. О, говорят, что он типа похож еще на аромат Beyond Paradise Estee Lauder. Ну, кто-то еще говорит, что не похож. Ну, конечно, если цитрусовый, цветочный аккорд, ну, конечно, он будет на что-то похож. Так. Есть ли еще какой-нибудь Happy Heart? Давайте 2013-го посмотрим. Какой он изначально был, какой... Ага. Почки черной смородины, мандарин и огурец изначально был. То есть огурец, мандарин, почки черной смородины, водяной гиацинт, семена моркови, светлое дерево, сандал. Так. Это первый. Первый тот, который Happy Heart. Да? Я же не ошибаюсь. Я же ничего не выдумываю сейчас. Так, глючит. Ну да. Это первый Happy Heart 2003 года такой был. Угу. Показывают ли здесь что-нибудь? Что я знаю? Нет, ничего из того, что я знаю. Ну, короче, очень вкусный аромат. Они совершенно разные. Можно брать оба. Ну, единственное, что вот это прям сразу что-то у Avon. Здесь ничего похожего нет. Вот только шампунем у меня. Я бы даже сказала, да, я сказала, да, что вот ощущение, что фиалка, пион еще здесь есть. Очень цветочный аромат, на мой взгляд. Прелесть, девочки. Я на этом буду заканчивать. Больше мне особо сказать про них нечего. Это первые впечатления. Следующие разы, наверное, я уже буду показывать вам их в парфюмерных отчетах. Зато
за ароматы, которые я носила в какое-то определенное время. Короче, вот как-то так. Вот этот мне, короче, очень понравился. Очень приятный. Супер позитивный аромат. Очень миленько. И вот это тоже очень неплохо. Будет носиться, не потеряется в моей коллекции. Девочки, все, буду прощаться. Всем хорошего дня. Три аромата, аж 20 минут. Извиняйте меня. Всем хорошего дня и пока-пока.